Всем привет! С вами снова канал MLP Chelsea Brown. И сегодня я снимаю обзор на журнал Equestria Girls. Специальный выпуск номер 1 из 2016. Это выпуск за январь, как бы, 2016 года. Давайте сначала вам покажу обложку его. Это у нас специальный выпуск журнала «Мой маленький пони» Equestria Girls. Здесь написано, что набор для записи вместе с журналом. Новые ученицы в школе Контерлот, тайны изумрудных амулетов. Здесь Rainbow Rocks и все девочки в стиле Rainbow Rocks. Дальше на первой страничке Fluttershy такой плакатик. Вступление можете прочитать. Вот. Здесь дальше тайны изумрудных амулетов. Это получается почти что полный рассказ по фильму второму девушки Эквестрии Rainbow Rocks. Тут продолжение как бы следует в следующем выпуске, потому что фильм довольно большой. Дальше здесь раскрасочка Fluttershy. Опять плакат вертикальный с девушкой, Applejack в ее первом наряде. И вот здесь вот горизонтальный плакат, такой очень красивый, красиво оформленный. Sunset Shimmer с Applejack, думаю, что я его повешу, потому что он тоже очень красивый. Тут низ вот Applejack, собственно. Дальше всякие тут задания идут. Здесь вот Twilight и Flash. Ну, тут дальше какие-то задания. Составить нужны имена, тут лабиринты. Дальше здесь правда или ложь. Надо посмотреть на картинку и сказать, правда или ложь. Вот это задание так, ну, не сказала бы, что оно для совсем маленьких. Вот я этот фрагмент не могла найти. Вот такое вот задание получается. Тут по фрагментам, какие буквы. И последнее это такое, значки. Здесь получается, какая тебе подружка нравится, ее вырезаешь, приклеиваешь на картон. В общем, такие вот значки, можете почитать, как это делается. Можно куда-нибудь приклеить. Здесь получается все Mane Six и Sunset Shimmer. Если что, мне нравится Sunset Shimmer и Pinkie Pie. И сзади такой плакат, красивый, радуга. Ну, Rainbow Dash. И дальше хотела вам показать подарок, который шел к этому журналу. Но сначала вот мне этот журнал принес Дед Мороз под елочку, поэтому он был вот в такой обертке. И на обертку была приклеена вот эта вот наклейка с Дедом Морозом. Она такая объемная, и еще когда нажимаешь вот сюда, она светится красным цветом, синим и зеленым. Дед Мороз вот такой вот с подарком. И это наклейка 3D и очень крутая. Вот такой вот шел к этому журналу подарок. Открывать я его не буду, так как тут все и так видно. Такой вот наборчик, опять-таки, он в очень красивой коробочке. Здесь вот Twilight Sparkle нарисован на коробочке с книжкой. Это набор для записей, ну, для школы, для оформления. Очень красивый. Здесь My Little Pony Equestria Girls логотип. Здесь есть голографические наклейки, вот такие вот тоже, со всеми Mane Six и Sunset. Такой вот зажим в виде сердечка. Два ластика в виде сердечка, в виде цветочка, розовый и голубой. Карандашик просто голубой. И очень красивенький блокнотик Equestria Girls. Здесь такие лица нарисованы. Twilight Sparkle, Fluttershy, Pinkie Pie и Rarity. Очень прикольный наборчик. Можно его использовать для школы, для записей. В общем, такой вот подарок шел к этому журналу. Всем советую его купить. Сейчас он еще продается в магазинах. В общем, на это был весь выпуск. Всем пока. С вами была MLP Chelsea Brown. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчики вверх и пишите комментарии под видео. Всем пока.